Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на вторник, 29 сентября. Во вторник на территории Кировской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пасмурно будет в Яранске и Котельниче, днем от 14 до 15 градусов со знаком плюс. В Кирове во вторник ожидается малооблачная погода, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, ночью ожидается плюс 7, плюс 9. Ветер подует южный до 2 метров в секунду, влажность воздуха составит 57%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. Ко вторнику световой день потеряет 5 минут и продлится 11 часов 40 минут, луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 29 сентября. Пока!